Здравствуйте, меня зовут Артемьев Николай Федорович, Департамент стратегического развития. С помощью этого видео вы узнаете, как создать личную страницу на Google Академии. Для начала откроем браузер. Здесь набираем адрес Академии. Нажимаем на «Мои цитаты» и вводим здесь университетскую электронную почту. Как вы видите, здесь уже есть черновой вариант вашей личной страницы. И можно здесь внести некоторые изменения. Например, добавить фото. Далее здесь сделаем некоторые изменения. Во-первых, введем ваши имена на английском. Это поможет вашим зарубежным коллегам найти вас и ваши статьи. Во-вторых, добавим название университета на английском. Здесь надо добавить ваши научные интересы. Так. Допустим, мы не знаем, как будет региональная экономика. И мы можем воспользоваться переводчиком. Полученный результат копируем и вставляем. Здесь вы можете добавить вашу личную страницу с университетского сайта. Открываем сайт нашего университета. И копируем ваш адрес. И здесь самое главное, надо отметить и сделать вашу страницу открытой, чтобы ваша страница находилась. Далее сейчас мы начнем искать ваши статьи и привязывать к вашей личной странице. Google дает разные варианты. Это может быть ваш однофамилец, но надо найти именно вас. Вашу статью. Вот. Добавим эту статью. И возвращаемся. Когда бывают случаи, что ваши статьи здесь одинаковые, вы можете добавить их, отметить их и объединить. Либо удалить то, что уже повторяется. Либо добавить свою статью. С помощью этой функции вы можете
регулировать оповещение о новых статьях и новых цитатах. На этом все. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, просим писать на dsr@sofu.ru.